Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, наш кровавый Гарри снова выходит на тропу войны против овощей. И не просто овощей, а зомби-овощи. Так, ребята, денег у нас маловато, мы ничего не будем покупать. Давайте, наверное, сразу перейдем уже к миссии и будем их колбасить. Соответственно, зарабатывать деньжаты и покупать себе уже какие-нибудь новые прибамбасики. Да-да-да, давай, Гарри, главное не расслабляйся. Так, сколько нам? Ну, в принципе, нормуль. Должны... Ого-ого, хорош-хорош, огурцы, пошли отсюда, говорю. Хе-хе, свекла гнилая идет. Ага, с топором. Так, готово. Так, у меня, ребята, в дробаше 18 патронов. В принципе, этого должно хватить. Так, иди сюда. Опа, ох, тихо-тихо, ребятушки. Огурчики малосольные, куда вы прете? Фумигатор, ё-моё. Правильно, Гарри, говоришь. Ну, Фредик вышел. Только глаза в разные стороны отлетели. Даже пикнуть не успел, ё-моё. Так же, как и свекла гнилая тоже. Так, тихонько, не надо тут. Слушайте, а если я просто буду бежать вперед и не обращать внимания на этих всех олухов? Наверное, не получится так, ребята. Будут зажимать, скорее всего. Ну, что ты тут появился, машешь ручками мне? Ах, ламон. Так, опачки. Так, один из патронов у меня для дробаша, уже 10. Да-да-да, вот именно, камон, идите сюда все, охламоны. Так, смотрите-ка, ох, нет, только не это, только не это, ребята. Супер огурец тут у нас появился. А вы прекрасно знаете, что он очень-очень жесткий. Интересно, получится мне его подбить, а? А мне бы хотелось бы, если честно. Будем, оу-оу-оу-оу, будем крутиться вокруг него, ребята, и это... А вдруг он все-таки сдохнет, свинка, это хорошо. Вы прикиньте, да? Я стреляюсь с дробаша. Получается, вот эти вот обычные зомбари. Ну, оу, тихо. С одного-двух выстрелов. Вне зависимости, что за зомби здесь, да? А вот именно вот этот вот охламон, огурец. Смотрите-ка, он в луже в этой тоже очень медленно двигается. Так что это хорошо, в принципе. Блин, не забомбил, да, по ходу дела? Нет, это был левый. А, нет. Подбил я, ребята. Блин, теперь бы только... Во. Там, оказывается, у нас корона была, я ее даже не увидел. Но, к сожалению, уровень не получил. А хотелось бы пятый получить. И новый перк бы нам сразу дали. Ладно, не беда, мы доберемся и до этого. До всего. Так, сколько? О, уже хорошо у нас бабулик. Давайте-ка дробовичок себе улучшим. Хо-хоу. Круто, ё-парсете. Давайте возьмем, наверное, патрончиков себе. Так, и, как говорится, вперед на охоту. Come on, baby. Ну, где вы там? Блин, почему так много дают для пистолета патронов? Лучше бы не давали мне для дробовика или для моего автомата. Да-да-да-да-да, Фредик тут машет руками. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка, дай-ка я испробую свой винторез. Хе-хе. На-ка, выкуси. Черт, зачем я полез-то на него, а? Так, свекла, тебе здесь не рады. О, ребята, прикольно. Я нажимаю один раз на выстрел, а он делает сразу два выстрела. Ну, получается такой, знаете, усовершенствованный шотган. Так, там уже свекла. Ой, свекла. Да-да-да, именно помидор, елки-палки. И опять же усиленный, ребят. Что-то они зачастили, кстати, с этими усилениями здесь. Ох, вот это бонус, спасибо тебе. Вот так, всех-всех тут на суп пущу. Тихо-тихо-тихо, не надо все тут сразу скопом. Интересно, а мне можно как-то будет увеличить в дальнейшем магазин, например, своего автомата или дробовика? Тихо ты, огурец, куда ты лезешь-то, ё-моё? Ладно, будем всех-всех болить. У нас, о, колотушка идет. Надо схватить ее. Ну-ка, поболтаем теперь по душам. На-ка. Хе-хе, о, аптечка, вот это шикарно. Практически нам повезло с вами. У меня все хпшки, кувалда в руках. Я получил какое-то новое достижение еще при этом. Смотрите-ка, сзади свекла бежит, там, по-моему, огурец. Да, догнали они меня. На-ка, выкуси. Буду вот так рубить всех. Шинковать, ого. Слушайте, а сзади-то вражины копятся?
Надо как-то, я не знаю, или их перехитрить, или... Блин, есть тут, интересно, базука или что-то... Оу, ё-моё, зачем я так сделал? Сам себя немножко покалечил. Блин, Фредди, отвали от меня, а! Давайте вот так сделаем. Опачки! Бум, бэби, бум! Вот именно что. Так, это уже большой папочка выбежал. Тихо, 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 очень мало хп. О, пушка! Полетели! Такой, блин, довольный в очках. В резиновой шапочке для плавания. Летит, блин. А эти сразу по смоткам, да, заметили? Зомбари-то. Да чё так быстро-то прилетели? Ну-ка, дайте-ка мне вот это вот взять. Да отвалите вы все. Ой, у меня очень мало хп, ребята. Чё там сказал? Камоверта? Ну, завалили, ребят, что я могу сделать? Жаль, конечно, но... Сейчас я, наверное, знаете, что сделаю? Куплю себе... У меня же 7 корон. Может быть, протратится на питомца? Давайте возьмем... Слушайте, давайте вот этого возьмем за 4. Я его ни разу не видел. Йети! Хочу просто на него посмотреть, что он из себя представляет. Ну-ка. Мы где-то в канализации, что ли, лазим, да? Ага. Ну что же, Йети довольно такой здоровый. Посмотрим, как он в деле. Дубасит и всех. Слушайте, ну, честно говоря, я рассчитывал, что он будет посильнее, с удара хотя бы валить всех. А он так себе. Ну, все равно, ребят, любая помощь в моем случае мне не помешает. Так. Главное деньжата копить. Тут все дело в бабульках. У кого их много, тот и в козырях. О, приток. Как говорится, бабла идет. Я отсюда. О, огурцы. Давай, Йети, займись огурцами пока. Я свеклу тут разберу. Все, нормуль. Блин, ну ты пошевелись там, Йети, не отставай от меня. Какой-то он медлительный, если честно. О, патрончики для шотгана. Нормуль. Кстати, у меня уже магазин в дробовике 28 патронов. А, я же покупал, елки-палки, да, чужие, забыл-то. Ага, смотрите-ка. Помидорка усиленная. Сейчас нам даст она и денежек, и свинок. Во, и аптечку еще при этом. Вообще хорошо. Я накопил, что там? Коллекция 12 свинок? Да, по-моему, меньше. Так, тихо, тихо, тихо. Йети, давай разбирайся. Почему так медленно все делаешь? О, вот и корона, ребят. Уровень прошли, блин. Единственное, что жалко, протратился я на Йети. О, ребята, 5-й уровень мы получаем, а, соответственно, новый перк. И что нам дадут на выбор? Так, скорость движения 8%. И давайте вот это, конечно же, ребят, потому что у нас с жизнями напряг. Я их, причем, давно не брал. Надо на 11% себе увеличить. Так, денег пока нету у меня. Будем копить на какое-нибудь оружие. Не на какое-нибудь оружие, а, скорее всего, мы будем с вами просто улучшать. Угу, давай, Гарри, не трусь, я с тобой. Иди сюда, огурчик. Засолить бы тебя, нет, не будем солить, ребята. Я не ем, блин, зомби-огурцы. Они уже просроченные. Поеду, ребят, короче, на всех парусах. Оу, как шикарно получилось. На всех парусах сразу туда. В тот конец карты. Мне просто интересно знать, здесь нужно убить определенное количество зомбарей, чтобы пройти уровень, или просто нужно дойти до конца. Вот что мне непонятно. Если бы знали бы, я бы просто бы стоял бы здесь на одном месте и отстреливался, и никуда бы не бегал бы. А если, конечно же, нужно добежать до конца этого уровня, то никуда не денешься, бежать придется. О, аптечка, шикандос. Так, я только достижения, ребят, получаю. Рэмбо. 1500 опыта дали. Так, огурец. Нет, ребят, скорее всего, я должен дойти до конца уровня, потому что ведь не зря же здесь дан этот
полет, когда он из пушки летит, потом на роботе он там передвигается. Так что, скорее всего, нам придется туда идти. А то, что мы будем стоять на месте, они просто будут, наверное, появляться бесконечно так. Так, огурец. Слушайте, для меня раньше огурцы были какие-то сложные, сейчас вообще ватоватые, мне кажется. Оу, большой огурчик пришел. Да хорош ты, ё-моё. О, все, сейчас я им, ребята, устрою карнавальную ночь. Усиление я взял. Что это такое тут? Какие-то непредвиденные лаги вдруг откуда-то появились. Все, ребят, прошли мы с вами этот уровень. Так, отлично. Да что такое, что подлагивает-то игра, я не пойму. В чем проблема-то? Ну-ка, сколько у нас бабла? Давай, давай мне статистику, ёпрасоте. Так, 1881 золотая монета. Блин, может быть пистолет купить, а, ребят? Просто... World is mine. Песня такая была. Ладно. Чап-чап-чап. Пошли давай, чап-чап-чап. Оп, сразу же аптечку мне дали. Зачем? Вот и другой разговор. Патрончики нам нужны. Так, а вот это вот кто такой? Это у нас похоже как репа. Да-да, назовем ее репа зеленая. Так, 11... А, это 11 тысяч очков у меня, ё-моё. Я уже думал, 11 тысяч бабла. О, пушка еще одна. Полетели! Так, а вот у нас, кстати, время идет. Ага. 9 секунд мне осталось лететь. Надо как можно больше вот этих вот... гаденышей всех попереубивать здесь. Так, давай-давай-давай. Вот этих вот... Вот-вот-вот. Отлично. Смотрите, видели, да, Фредди убежал? Сейчас, опа, вот он уже бежит обратно. Пронюхал, что у меня кончилась супергеройская способность. Ой-ой-ой, как-то не вовремя все. Так, аптечка, это замечательно. Ну, давай, иди сюда. Всех раскромсал. Так, два огурца. Полегли. Патроны. Блин, патроны для пистолета, нафиг бы они мне нужны. Я пистолетом вообще практически не пользуюсь. Вот, для дробовичка. 10 из 28. Опа. Теперь уже 20. Всех накрыло медным тазом. Да иди отсюда, ты лезешь не вовремя, как говорится. Куда ты бежишь вперед, батьки-то в пекло, а? Ребят, я практически все, нет, не все, но большую часть патронов себе уже восстановил. Хедшот. Иди отсюда, мелкий. Так, о. Слушайте, а этот уровень мне показался довольно легеньким. Уровень получим. Есть! Ребята, 6-й левел мы с вами зарабатываем. 400 опыта, 300 опыта. Так, давайте-ка мы с вами... нет, мы не будем брать корону, возьмем себе 8% ускорение ходьбы. Так. Ну, 1000, давай согласимся, ребята, почему бы и нет, да? Опа, нам тыщенку накинули, но, естественно, мы сюда не пойдем. Хе-хе-хе-хе, мы просто обдурили их всех. 3000, блин, давайте возьмем, наверное... Нет, я все-таки, скорее всего, ребята... Нет, давайте улучшим просто-напросто себе дробовик. Я думаю, что это выгодное вложение и пистолет. Ух ты, ковбойский мы зарабатываем. Блин, интересно, он, наверное, будет развиваться у нас, знаете, до чего? До магнума. Мне почему-то так кажется. Ну, обычно это такой стандарт игровой, что самая крутая пушка — это магнум. Так, давайте-ка пойдем повеселимся маленько. Так, почта отдыхает здесь у нас. Ого, это кто там так... Это кто там такой сейчас был только что? Новый вид монстров, ребята. Я даже не знаю, что делать. Поздравлять нас. Тихо-тихо-тихо, это кто? Это кто такие, а? Я даже не знаю, как их назвать. Лук, не лук. Чеснок, не чеснок. Я не пойму. Какие-то гибриды, блин. Слушайте, они, смотрите, они бегут только, да, по своей прямой линии. Они вниз не спускаются. Ух, так это хорошо, если так оно будет. Мы можем их просто-напросто оббегать, и все. А вот с этими охламонами так просто не пошутишь. Они все равно будут идти за тобой. Да пошел ты отсюда, а, лук. Плесневелый, гнилой. Чем-то еще стреляется в нас.
Ох, смотрите, у нас тут, ребята, тачка. Поехали всех давить. Ух, сейчас и бабла заработаем, и патрончиков себе насобираем, наверное. О, даже свинка нам попалась. Прикольно, вот эта штука мне нравится. Что полет, что вот эта вот машина. Интересно, что-нибудь еще такого будет здесь? Так, собираем все это, естественно. Все будем давить, все, эти почты, монстров и даже эти преграды. Ой, закончилось, к сожалению. Ну, я считаю, что неплохо мы все-таки покатались. Но, как говорится, веселье закончилось, и нам приходится теперь опять идти пешком с дробовиком наперевес. О, дождик пошел. Сейчас будут зомбари, наверное, вылазить. Первые всходы. Вот они пошли, картофелины. Блин, я офигею, я достижение за достижение получаю, ребят. Так. Кстати, я хотел спросить, пока тут с ними разбираюсь, снять ли вам продолжение игры Zombie Hive 1000 этажей? Потому что в данный момент я уже на 500 этаже, и там довольно много чего интересного появилось. В общем, жду ваших комментариев по этому поводу. Так, ладно, продолжаем колбасить охламонов. Не, шотган меня радует, если честно. Блин, интересно, а если мы улучшим с вами автомат? Что он будет у нас? Стрелять круче, что ли? Надо будет накопить бабла и обязательно это сделать. Испробовать, как скажем. Так, свекла. Что это такое он там бросает? Я не могу понять. Какие-то... О, корона. Все, ребят, прошли мы с вами уровень. Какую-то фигню шипас он у нас кидает, этот лук. Эх. Кстати, нам всего 600 опыта нужно, чтобы перейти на уровень новый. Видеть бы эту статистику. Что такое? Поздравляем. И новый мод у нас открылся, ребята. Выживание. Ну, это, наверное, все с самого начала надо играть, да? Так, давайте мы с вами сейчас, наверное, возьмем животиночку себе, да? Так, патроны, это само собой. Так, перки нам не нужен. А что это вот за лягушечка у нас, интересно, такая, а? Давайте-ка посмотрим. Ага, 100% голды. В общем, понятно. И 50% силы. Нет, я лучше куплю вот этого вот огурца себе. По идее, должен быть, ребята, сейчас босс. Если я правильно подсчитал. Ох ты! Босс левел, нифига. Это кто такой? Я бы, ребята, назвал бы это супергигантская картошка. Нифига он тут бросается в нас какими-то помидорами, что ли. Смотрите, у меня огурец наяривает. Так, давайте-ка вот так вот. Блин, да что ж такое-то? Ага, эти помидоры гнилые еще взрываются и меня усыпляют. Плохо. Так, мимо. К нему, я так понимаю, лучше не подходить, иначе будет очень-очень больно нам. Куда ты побежал? Куда ты побежал? Вот тебе не стоится на месте-то. Ребят, вы заметили? Он в подгузниках, елки-палки. Что у них за мода всех вот этих вот здоровых боссов выставлять какими-то, не знаю, идиотами просто-напросто. В подгузниках, блин. Блин, ребята, у меня закончился боекомплект. И вот только вот пистолет. Никчемный, блин. Срочно нужны патроны хотя бы для чего-нибудь. Для автомата, для шотгана. Ох ты, и огурец мой закончился. Ёпарасоте. Кстати, давайте мы сейчас его подловим. Вот в эти вот... Подловил. Хотел его взорвать на бочках. Не вышло, блин. Что там у нас? Фигня какая-то. Так, ребят. Во, отлично. Теперь попробуем его расстрелять. Да сдохнет уже. Или он меня сейчас закол... Есть! Есть, ребятушки. Ух. Да, ребята, это был король картофель. Я был прав. Ну что ж, дорогие друзья, вот как-то так. Давайте будем завершать вот эту вот очередную нашу серию. И обязательно с вами увидимся уже в следующей. Если вы, конечно, этого захотите, прокомментируйте и поставите лайк. Ну, а на этом все. Всем пока. Чао, ребята, и удачи вам.